Вот радость моя. А вот помещение артелки, смотри. Продуктовые помещения. Тут у нас весы. Всякая фигня. Вот. Я иду, короче. Все в воде. Там выше пассажиры. Сейчас на них хватаюсь, дойти. Вот тут, смотри. Льется все. Все, тут сейчас насосы начнет заливать. Короче, ну это. Там нет котов. А, ну там еще сухо. Так что. Вот носовое моторное. Так что вот такие вот дела. Ну, боремся за живучесть. Сейчас, наверное, в порт пойдем выгружать вагоны, потому что другого выхода нет, кругом льды, мы ничего не сможем, ни пластырь завести, ничего, насосы не справляются. Так что вот такая ситуация. Ну да, кто бы мог предположить, что такое возможно в наше время.